600 хрюкающих и повизгивающих авиапассажиров. Спецрейс прибыл в Приморье, а на нем поросята с родины сказочника Андерсена. Когда Дания упоминается не только в контексте чемпионата мира по футболу, об этом репортаж Владимира Клюшникова. Многочасовой авиаперелет, трудности климатической адаптации, и вот она, приморская земля. Новый дом для поросят из Дании. В сельскохозяйственной науке они считаются одной из самых продуктивных и неприхотливых пород. Это поросята из Дании, племенные поросята. Наша задача – разгрузить воздушное судно, завести на территорию и перегрузить специализированные машины. В специально оборудованных грузовиках датских хрюшек повезут в северо-западную часть Михайловского района. Крупная агропромышленная компания, резидент территории опережающего развития, построила там суперсовременную ферму. Руководители агрохолдинга утверждают, что по уровню технологий и оснащенности ей нет равных не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке. Для Приморского края это, конечно, большое дело, в первую очередь для Михайловского района, который через несколько лет почувствует на себе экономику и занятость. Все-таки на этом предприятии, на данном, будет работать более 2000 человек. Эти поросята не предназначены на убой. Это будущие родители поголовья, которое и станет основой для мясного производства. В течение 2 ближайших лет стадо разрастется до очень больших объемов. Планируется, что эти объемы смогут заметно снизить цену на свинину в Приморском крае. Мы планируем в 2020 году уже предложить рынку 35 тысяч тонн свинины в полутушах и кусковом полуфабрикате. Начиная с 2021 года объем предложений кускового полуфабриката, это все будет свежая свинина, составит примерно более 50 тысяч тонн. Такие объемы, конечно же, слишком велики для внутреннего рынка края. Приморцам столько свинины не съесть. Поэтому аграрии нацелены еще и на рынки международные. Главными импортерами нашей продукции станут Япония и Китай. Владимир Клюшников, Александр Малыгин, «Панорама».